В Люберцах прошла экологическая акция «Школа утилизации электроника». Любой желающий мог бесплатно сдать старую технику и тем самым помочь окружающей среде. В современном мире особое место занимают проблемы экологии. Важно с детства приучать людей к правильному распределению ресурсов. Жители Люберец приняли участие в экологической акции по сдаче старой техники. Это очень важно, чтобы окружающая среда не засорялась, чтобы небо было голубым, а не серым, задымленным, чтобы в океанах не плавали стаканчики пластиковые, чтобы природа не пострадала. Арина Демина вместе с другими ребятами принесли на утилизацию компьютерные клавиатуры, телевизоры, мониторы, пылесос. Города Московской области не первый год соревнуются в количестве собранной техники. В прошлом году Люберецкий округ занял первое место. Была отправлена на переработку 31 тонна вторсырья. В этом году уже собрали 28. Вот подобных элементов этой электроники в каждом доме, хозяйстве, даже в руках остается. Что с этим делать? То ли взять и выбросить, и это приводит к вопросам в плане экологии. Сегодня в области проводится марафон по приему сдачи электроники. Собранную технику разберут на пластик, элементы из цветных металлов и микросхемы. Остатки спрессуют и отправят на дальнейшую переработку. Из полученного сырья произведут новую технику. Мы пытаемся привлечь внимание к проблеме раздельного сбора мусора. Мы проводим лекции в садиках, в школах о том, что это такое, как надо правильно и грамотно разделять, сортировать мусор. Период распада, например, батарейки составляет от 110 до 200 лет. Период распада пластика составляет 400 лет. Экологическая акция «Школа утилизации электроника» популярна в округе. В течение года около 3000 люберчан утилизировали старую технику верным способом. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.